В общем, было очень много вопросов по моим таро раскладкам. Я сейчас объясню. Первая пятерка – это о твоем прошлом. Что послужило, что, возможно, было, что привело тебя к сегодняшнему настоящему. Эта пятерка – это настоящее, что меня вот ждет, с чем я столкнусь прямо вот сейчас без отложения. А вот эта пятерка – это твое ближайшее будущее, потому что у меня расклад идет на 2 недели. Ну, то есть 2 недели вперед, назад тоже 2 недели можно посмотреть. И present. И также вот эти маленькие оракулы, то есть у меня не только а классическое таро. Вот видите, здесь что написано? Надежда. В прошлом была надежда. Она у всех была. Что мне? Немного денег, да, мне выпало на основную пятую карту? Да, немного денег. И это дополнительно в будущем будет возлюбленный. Да, я только за. Вот, только как бы это же надо просто объяснять, потому что просто так тоже невозможно без системы это дело раскладывать. Вот, так что вот такие вот новости, такие дела. Описывать я не буду, я просто сделаю скриншот, опубликую в Телеграме. У меня есть Телеграм конкретно под мои расклады. Вот, значение я, в принципе, никому не перевожу, потому что каждый увидит свое, и плюс ко всему у вас есть транскрипции вот такого рода. Транскрипции, в принципе, есть в интернете доступные. То есть, понимаете, в чем дело? Мое видение, да, как вот тонкого экстрасенсорика, это одно видение. Вот, у вас у каждого должно быть свое видение. Поэтому вы не пугайтесь таро раскладов. Посмотрите сами повнимательнее. Может, вам что-то они расскажут самим. Ну, может, вас кто-то заинтересует, знаете, взгляд бросил, и что-то тебя заинтересовало. Вот. Я на этом не зарабатываю. У меня ни одной копейки, ни одного десюнчика за этого, ни за это нет. Я и не планирую на этом зарабатывать. Это, скорее всего, для меня такой аутотренинг, для меня... Что ждать вот здесь? Что ждать вот здесь сегодня? И почему же так много у меня булав и мечей в моем прошлом? Ну вот сколько? 2 недели минус. Значит, я месяц была недоступна. Ну вот что ж такое произошло вот в этом ряду прошлого, my past, с тем, что у меня происходит такое в настоящем, и что мне ждать в будущем? Потому что, возможно, я могу опять ошибиться. Я не готова больше ошибаться, потому что мне физиологически уже это невозможно. Все, всем пока!